С вами Позитивный Кэш. Сегодня разберем небольшой обзор товара чайничек. Заварочный чайник. Ну вот у меня был дешевый за 200, за 250 рублей чайник. У него вот это вот основание всегда такая тоненькая сеточка, и все это рвется. Ну, чайник более дорогой. Ну как, 550 рублей. Значит, вот такой вот фирмы. В описании, естественно, укажу его. 1,1 литр. Ничего страшного, можно 1,1, можно 1,25 покупать. Здесь в зависимости от того, у вас количество заварки будет, то есть концентрация или больше, или меньше. Так, давайте посмотрим сам чайничек. Так, здесь характеристика. Давайте, объем 1,1 литр, корпус из стекла, фильтр из нержавеющей стали, эргономическая ручка из пластика. Срок службы 24 месяца, срок гарантии 12 месяцев. Ну, это чек на товар. Ну, вот это вот стекло. Вот это вот видно, что стекло. Значит, здесь такая металлическая оправа, которую держит данный сам чайник. О, здесь крепится сама ручка. Ручка относительно, ну, такая существенная. Так, здесь вот риска 1,1 литр, видим, 900, 600, 300. Ну, в принципе, не обязательно. Так, здесь вот, видите, такая ручка, ее нажимаете. Ну, достаточно, ну, конечно, достаточно хрупкий этот механизм, ну, простенький. Ну, конечно, и чайники там из более дорогие бывают. Вот здесь горлышко. Значит, давайте посмотрим. Это, скорее всего, да, не разборная часть. Вот, очень просто. Вот, значит. Значит, сама вот эта вот оправа. Пластиковая, стандартная. Здесь вот пазы для того, чтобы его закрепить. Здесь и здесь. Вот это вот сюда посадочное место. Так, да, и давайте посмотрим. Вот, смотрите, сама. Вот это вот, из-за чего я беру. Вот эти вот, они более крепкие. Знаете, у кого наверняка чайники с металлической такой сеточкой, она, эта сеточка вся вот мнется, коребится. И вот здесь вот, ну, то вываливается, то еще что. Вот, я решил брать более дорогие чайники, чуть подороже, но у них вот, видите, вот эта вот металлическая. Она тоже, да, вот она оцинкованная, видите, вот она сделана, естественно. Этот, и внизу вот это дно, ну вот она тоже здесь прилеплена, вот видите, такими вот пазами она здесь есть. Вот. Все это, в принципе, из нержавейки. Вот это из нержавеющей стали. Оцинкованный. Фильтр из нержавеющей стали. Эргономическая ручка из пластика. Корпус из стекла. Вот. Ну и вот это более надежно здесь. Вот, ну, достаточно, вот видите, емкость такая. Ну, сколько она где-то? Сантиметров 7-8. Здесь вот, ну, где-то 5 сантиметров ширина. Вот она в нескольких местах, она, видите, она слеплена, да. Вот, ну, очень-очень удобная, практичная, больше вам и не надо. Так, давайте ее соберем. Ну, естественно, перед тем, как ее использовать, прокипятить ее, промойте порошком. Да, вот эту конструкцию, давайте посмотрим. Вот она держится, в принципе, вот здесь вот. Вот за это вот пластмассовое основание. Так, там у нас нормально. Так, и вот захлопывается. Так, смотрим, здесь она, ну, здесь кипяточек у нас. Ну, все, простой мини-обзор товара. В описании, конечно, полную инструкцию на него напишу, что, где, как, что из себя представляет этот чайник. Чайник заварочный А3ТЕ029 IKEA Line. Ну, это фирма IKEA Line. Все, всем спасибо, до свидания. С вами был Позитивный Кэш.